Термин «гремлин» получил распространение во время Второй мировой войны среди американских летчиков. Из суеверия они считали неполадки в работе техники делом гремлинов – монстров неба. Гремлины в вашей голове. Аварии вызывают не фантастические твари, а нерадивые летчики. Где тут хреновая затея? Хреновая затея. А, рейсом ошиблась, красотка. Кто такая? Че приперлась? Меня прикомандировали к вашему экипажу по спецпоручению. Этого нам только не хватало. Посадите ее в башню, пока не поднимемся в воздух. Я должна доставить груз. Давай свою косметичку. Содержимое строго секретно. Не открывать. Зовут, дорогуша. Офицер ВВС Гаррет. Женщинам не место в авиации. Я бортмеханик и пилот. Ты не пилот, ты пилотка. Сэр, прошу разрешения по атакующему противнику открыть огонь. Это тебе не косметичку открыть, дорогуша. Я пыталась быть вежливой. У нее зоркий глаз. Что это за тварь? Подбирай выражение. Долбаный гремлин! Отставить панику. Она ползет по фюзеляжу! Твою же мать! Черт! Японцы приближаются! Пригнись! Проблемы начались с появлением этого груза. Вы понятия не имеете, с чем вы столкнулись. Ты что вытворяешь, девка? С возвращением на вечеринку, боец. Выполняй. Есть, мам. Воздушный бой. В кино с 18 февраля.